вина томата Маруся, раннеспелый высокоурожайный сорт, предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Предпочитает расти на богатых органическими веществами почвах. Куст высотой от 60 до 80 см, сильно облиственный. Урожайность 6,5–7,5 кг с 1 кв. М. Вегетационный период от 105 до 110 дней. Плоды интенсивно-красного цвета, овально-сливовидные, плотные, с прочной кожицей и не растрескиваются на кусте. Сорт обладает высокой устойчивостью к вертицеллезу и фузариозному увяданию. Урожай идеален для цельного консервирования, переработки, а также для потребления в свежем виде. Томат Маруся – это травянистые высотой от 120 до 150 см с типом роста, детерминантные. Томат Маруся имеет ранний срок созревания. Плоды имеют массу от 80 до 90 грамм. Форма у плода плод яйцевидный. Цвет плода интенсивно-красного цвета. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.